вами исковых требований, давать показания в обосновании суммы заявленного иска. Открываем! Для жилья всех обеспеченных средств у нас ремонт уже идет. Там уже невозможно. Мы с женой имеем. В органы полиции обратился молодой человек, который пояснил, что около 11 вечера при подходе к подъезду дома на него напал молодой человек с молотком в руках, который нанес ему несколько ударов по голове и по телу, после чего открыто похитил рюкзак, в котором находились деньги в сумме более 800 тысяч рублей. Понятно. Я правильно понял, что вам возвращены? Следователь, фамилию не помню. То есть он позвонил мне, сказал, что забрать вот такого-то оператора.